Олег Говорун был назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе в начале сентября и сразу начал знакомиться с делами в регионах. В Брянске полпреда встречали губернатор Николай Денин, председатель областной думы Владимир Гайдуков и главный федеральный инспектор Николай Бурбыга. Прямо из аэропорта Олег Говорун отправился на Жуковский мотовелозавод, где посмотрел на новую продукцию предприятия. Сейчас завод выпускает 33 модели различной техники, от велосипедов до мотовездеходов. Как рассказал генеральный директор предприятия Михаил Гончаров, сейчас продолжается модернизация завода. В 2012 году планируется перейти от закупки импортных комплектующих к собственному производству деталей. Также Олег Говорун принял участие в испытаниях новой техники – квадроцикла «Стелс». Затем Олег Говорун посетил город Сельцо, где компания «Брянск Энергосбыт» строит новую энергоэффективную котельную мощностью 30 мегаватт. Она будет полностью автономной и максимально автоматизированной. Внутри котельной установят самое современное энергоэффективное оборудование, которое произведено по специальному заказу в Германии. Новая котельная заменит две старых, построенных еще в 50-е годы, и обеспечит теплом дома 18 тысяч местных жителей, 8 образовательных учреждений, городскую больницу, дворец культуры, дом спорта и бассейн. Теперь осталось только тепломеханику смонтировать здесь. Вот газ подведен, вот желтая труба, то есть фактически все эти вопросы решены. Значит, строители зашли сюда 4 мая, то есть фактически вот это за 5 месяцев допустили. После посещения Сельцо Олег Говорун возложил венок и цветы к стеле на площади Воинской славы. Затем в кабинете губернатора состоялась рабочая встреча полпреда и Николая Денина. Речь шла о том, как наша область подготовилась к отопительному сезону. В этом году, Олег Маркович, мы организованнее вообще приступили. И с 3 октября вообще полностью область вступила в отопительный сезон. Также Олег Говорун поинтересовался, как обстоят дела с аварийными запасами. Николай Денин ответил, что сейчас они сделаны на 100%. Елена Смирнова, Илья Бирюков, Александр Друсинов. События. Жуковка, Сельцо, Брянск.